Это за что же? Вот так вот. Это детка порлистинг. Работай! Это особая честь размотать спортсмену бинты. Мы сегодня не просто приседаем, а приседаем на максимум. Бодро! Первое движение в пауэрлифтинге, самое мощное, самое основное движение – это приседания у нас. Я аж вспотел, даже ничего не делал. Да, капля пота протекла по виску. Исходное положение. У тебя вот сейчас средняя где-то постановка ног. Я уже устал стоять. Можно приседать? Да, можно приседать. Спинка ровненько зафиксирована. Пониже хотелось бы. Хотелось бы, конечно. Вот так. Вот так. Алексей использует более широкую постановку ног. Колено идет в сторону носочка. Обратите внимание, это правильная техника. Чем шире постановка ног, амплитуда меньше. Амплитуда, да, меньше. Значит, усилия можно приложить больше. Ну, это физика. Это физика. А теперь про химию давай. А про химию мы можем снять отдельно передачу. Насколько уже мы берем хват, тем легче нам держать спину. Грудь у нас вперед, полная воздуха. Создается воздушная подушка, которая помогает держать ровно позвоночник. Вот этот прогиб очень желательно. Вот спортсменка укладывает штангу на спину. Этот же прогиб желательно удерживать во время всей траектории движения, как вниз, так и вверх. Веса у нас уже постепенно растут, 130 килограмм, Алексею уже необходим пояс. Для страховки спины он использует вот хороший лифтерский пояс на карабине. При работе с субмаксимальными весами пояса идут одинаковой ширины. Вот этот пояс, у него пряжка. Пояс на карабине, он более удобен в использовании. Щелк, застегнул, пошел на помост. Здесь даже не нужен тренер выводящий для этого. Ну как, поясочек, чувствуешь, что? Ощущаю жесткость и плотность. Вот это для пауэрлифтинга самое то и нужно. Голова спортсмена должна быть поднята во время всего движения. А ничего, так в принципе идет. Соточка. В пауэрлифтинге используются вот такие специальные жесткие бинты для страховки коленного сустава. Но они значительно помогают спортсмену именно справиться с большим весом. Это прибавляет к его безэкипировочному результату порядка 30 килограммов. Первый слой мотаю, я укладываю бинт ровно. Колено прошли, идем в крест. Это не максимально сильная натяжка. Опа! Пришло время остановиться на еще одном предмете экипировки пауэрлифтера. Это комбинезон. Все очень плотно, вот так жестко натягивается. И Алисов Алексей на помосте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стоим, стоим, стоим. Вот ай! Вот не надо здесь особо усердствовать. А как вон Леша терпел и тебе велел? Терпи, терпи, все будет хорошо, а может быть даже еще и лучше. Да уже колено вот выгодно. Давай вторую. Да на тебе. Вот так. Вот тебе. Ты еще. Это за что вот же так? Вот так вот. Это детка пауэрлифтинг. Ты что, завелся, да? Коленка больно уже, но что ты делаешь? Я делаю для того, чтобы когда ты снимешь эти 170 килограмм, у тебя было одно желание побыстрее их поставить назад. И не приседать вообще? Куда ты денешься? Но думать ты о них не будешь. О, не да. Без Супермена нам тут явно не обойтись. Немного криптонита. Я что, перчика? Эх, не, ну вы меня тут на смерть послали. Стоим, стоим, стоим. Работай! Снимайте, снимайте! Поломали, все поломали! Это долго еще будет продолжаться, а? Втроем двое сломали. Это был пауэрлифтинг.
Мастерная работа! Ой! 250 килограммов. Опа! Все, стоим, стоим. Спиночку жестко и пошел. Хорошо. Ну давай. Хорошо. Это была «Территория силы». Увидимся.